Всем доброе утро, ребяточки. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Мы уже проснулись, провели своего ученика в школу. А сами сейчас пойдем пить кофе. И сегодня нам нужно сходить в город. У меня уже закончился карандаш для губ, так что пройдемся немножко с вами, зайдем в магазин, да? Купим карандаш, скажи, у меня еда закончилась. Вот так вот. Так что вам всем хорошего дня. Встретимся с вами чуть-чуть позже. Всем пока, до встречи. Да? Скажи всем нашим подписчикам хорошего дня. Эй, где твоя там морда? Ну, где твоя мордочка? Скажи всем пока. О, наконец-то я выбралась из дома. Пойду схожу, куплю себе карандаш для губ. И вот показываю вам наш лифт. По поводу вчерашней нашей темы, видите, все чистенько, нигде ничего. И вот такой вот у нас красивый подъезд. Вот такое вот зеркало на входе, да. Вот так вот ступенечки. О, солнышко, правда, бьет. Ну вот, чтобы вы немножко имели представление. О подъездах наших. И вот. Вот так вот выглядит наш подъезд. Вот так вот. Пойдем с вами прогуляемся. Возьму вас с собой. Что-нибудь, может, хорошенькое увидим, услышим. Что-то вроде бы и солнышко, но как-то ветерок. А вот. Пойду схожу в магазин Кика. Помаду можно купить и хорошую, дорогую, а этот карандаш можно купить и более бюджетного варианта. Хочу сходить в магазин Кика и прикупить себе карандашик. Не получалось выбраться раньше, так как делала печеньки или пироженки, как его сказать правильно, по рецепту Самвела Адамяна. Сняла, там будет, как говорится, вдохновление, сделаю видео. Я думаю, Снэл не будет против. Вы знаете, очень даже вкусненько, прикольненько. Детям моим очень сильно понравилось. Такое лимонная пироженка. Ничего, так что тоже можно смело делать. Вот. Это тот рецепт, который ему дала Марина. Прикольненько. В общем, так была занята. Вот это вот только смогла вылезти на улицу. Ну, пошлите. Иду пешком. Не хочу ехать на общественном транспорте. Немножко походить. Погодка классная. Хочу сидеть дома. Давайте дойду до магазина и посмотрим, что там да как-то. Включусь потом, покажу вам. Вот такой вот магазинчик. Сейчас подхожу и посмотрим, что тут есть.
товарчик 30% скидки. Видите, тут такие недорогие помадки. 5 евро 59 центов. Карандашики по 2,50. Ну, помады я такие не пользуюсь, а карандаши покупаю очень даже ничего. Хочу сказать, что мне даже, если честно, больше нравится, чем Шанелька. Хотела вам поснимать цены, показать, но прям нельзя снимать у нас, и все. Тайна военная. Везу патроны на фронт. Купила 2 вот таких вот карандашика. Вот. И теперь отправляюсь в другой магазин. Там девочка меня просила поснимать. Ей интересуют цены на сумочки. И вот отправимся с вами. Пойдем посмотрим, что там не да как. Жанночка, правда, в этом магазине не будет той марки, именно какой ты больше всего хотела. Ну, когда-то тебе поснимаю. А сейчас покажу из того, что есть. Вот такая вот сумочка фирмы ГЭС. Стоит она 139 евро. Вот такая вот сумочка, тоже красненькая, фирмы ГЭС. Тоже стоила 149 евро. Сейчас 89,40. Вот такая. Вот такая вот без скидочки, потому что это новая коллекция. Стоит 115 евро. Вот такая вот Томми. Вот такая вот. Стоила 199 евро, сейчас 99,95. Вот такая вот красненькая. Стоила 129 евро, сейчас 97,93. Вот такая вот Томми. Стоила 150 евро, сейчас 104. Вот такая вот сумочка Michael Kors. 237 евро. Здесь, правда, на все сумки 50% скидки. 200. Вот такие вот 147 евро. Michael Kors. Вот такая вот 197 евро. Michael Kors. Вот такая вот 195 евро. Michael Kors. 365 евро. Это новая коллекция Michael Kors. Видите, такая есть, такая. И к нему чехол. Такая вот Каролина Эррера 600 евро. Вот такая вот Каролина Эррера 540 евро. Вот такая вот Ральф Лаурен. Стоила 249, сейчас 124. Вот такой вот Ральф. Тоже стоило 209, сейчас 104. Вот такая вот манюсенькая 169. Вот, видите, 189 стоило, сейчас 132. Такая. Вот такая вот 189 евро. Вот такие вот Ральфы 189 евро. Вот разные расцветочки. Вот такая вот Пьер Карден. Стоит 159 евро. Вот такая вот Пьер Карден. Стоила 125, сейчас 87,50. Вот такая вот Пьер Карден. 129,50. Вот такой вот рюкзачок. 153. Вот такой вот 120. Так, вот такая вот маленькая 110. Вот такая вот мочила 129. Вот такая вот 126.
Такая стоила 225, сейчас 129. Мы с вами сделали маленькую такую сегодня прогулочку, прогулялись вместе с вами, посмотрели что-то как. Спасибо, что вы были со мной. Если вам понравилось, ставьте пальчики, пальчики, пальчики вверх. И всем пока-пока!